Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала. Бутлегер давно не снимал, не было сюжетов, да и меня не было ни в городе, ни в своей области, ни дома. На работе был. Это так, ерунда. На днях получил две посылочки. Об одной сейчас расскажу. Немножко, вкратце, так скажем, для затравки. Ну, а вот об этой отдельное видео расскажу подробно. У себя в группе ВКонтакте я уже писал, ну и рассказывал о том, что нашел неплохую группу ВКонтакте, сайт производителей самогонных аппаратов. Ну и помимо этого, группа называется Винокур 96. Они тоже с Урала, свое производство, при том, что они не тупо там, как все по одному лекалу делают самогонные аппараты. Они делают их по вашему индивидуальному желанию. То есть вот вы захотели сделать там как-то, как вот вы видите ваш аппарат в будущем, они так и сделают. Вот они мне выслали небольшой подарочек, дрожжи. Ну, упаковочка, видите, такая-то. Непонятно, что это, да? Давайте расскажу именно за эти дрожжи. Это дрожжи производства Великобритании. Ребята не скрывают, что покупают оптом большими партиями и сами производят фасовку. Ничего сюда не написали, ничего не сделали, потому что, ну, скажем, нет еще оборудования такого. Но, тем не менее, мне вот выслали для пробы. Я в отдельном видео его протестю, покажу, как они работают. А пока могу только рассказать, что производитель на эти дрожжи дает рекомендацию как на обычные турбодрожжи, то есть на 21 литр, 6-7 килограмм сахара. Пачка дрожжей. Сами же ребята, которые вот мне выслали, мы делаем по гидромодулю 1 к 4 на 10 килограмм сахара. Вот я, наверное, так и буду тестить их. Им отдельное спасибо. Ссылочку на их группу я оставлю в описании, на сайт на их. Посмотрите реально цены на их товары, которые они производят. Дешевле даже. У меня в группе ВКонтакте «Самогонщик с Урала» можете посмотреть. Там я проводил прямую трансляцию. Немножечко голос был подсаженный. Тихонько, но тем не менее, можете там посмотреть, что я сравнивал цены на элементарно, по-моему, спиртометры. У них спиртометры китайские стоят что-то около 250 рублей, по-моему, тоже на вскидочку. А на Алиэкспрессе они же стоят около 400 рублей. То есть дешевле, чем на Алике, плюс меньше ждать. А все свои товары они поставляют транспортной компанией. То есть быстро, удобно, хорошо. Мне вот это вот выслали, но 4 пачки, у меня уже половина друзья подхапали, точнее, я поделился. Они, не знаю, уже тестят, не тестят, пока мне еще ничего не говорили. Я буду тестить их сам. И заодно я вам покажу. Надеюсь,
данная информация была для вас очень-очень сильно полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, не забывайте нажать на колокольчик. До новых встреч!